Урбеч из кэшью. В меру сладкий вкус в дуэте с ценным составом. Для веганов идеальный продукт, так как в нем много недостающих питательных веществ. Включите его в рацион и заметите, как улучшится память, укрепится зубная эмаль, а волосы станут послушными. Витамин Е в урбече из кэшью полезен для крови и сердца, помогает насыщать клетки кислородом и снижает уровень холестерина. Именно в виде урбеча орехи отдают свою силу в полной мере. Рекомендован людям с проблемной кожей, уменьшает выделение подкожного жира. Обладает антисептическими свойствами, усиливает либидо. Переходите по ссылке в описании и заказывайте Миролат Урбеч. Натуральные и вкусные пасты одновременно подойдут и как полезный перекус, и как средство общей профилактики вашего здоровья. Перечислим самые интересные события, которые произошли в нашей стране за неделю. Союз-2-1Б с разгонным блоком «Фрегат» вывел на орбиту новый навигационный космический аппарат «ГЛОНАСС-К». Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Сейчас в составе группировки «ГЛОНАСС» находится 25 спутников, из них 22 используются по целевому назначению, 3 временно выведены на техобслуживание. Подводную лодку специального назначения «Белгород», первый носитель «Посейдонов», передали военно-морскому флоту. Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана. На выставке «Иннопром-2022» сотрудники инновационного центра «Бирюч» представили разработанный в России беспилотный летательный аппарат под названием «Hi-Fly S-700». Hi-Fly S-700 предполагают использовать в пределах городской черты, в отличие от западных разработок, которые чаще всего не могут использоваться непосредственно в городе из-за уровня шума. Holding Cross Electronica представил образец монокристаллического кремния, созданного полностью из российских материалов. Технология позволяет импортозаместить иностранное сырье при производстве электронных силовых приборов. Материал создается в несколько этапов. Вначале из порошка металлургического кремния или из диоксида кремния синтезируется моносилан, из которого, в свою очередь, получает поликристаллический кремний. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева ввели в эксплуатацию самую большую в мире экспериментальную установку по изучению процессов горения. С ее помощью российские авиаконструкторы смогут быстрее, эффективнее и экологичнее решать задачи импортозамещения. Уже начата серия первых экспериментов. Компания «Удмуртнефть» ввела в эксплуатацию новую подстанцию «Котово» с суммарной электрической мощностью 20 МВт. Новый энергообъект позволит обеспечить надежным электроснабжением Котовское и Заборское месторождения. Автоматизированная система управления подстанцией «Котово» обеспечивает контроль за оборудованием в режиме реального времени. В реакторное здание второго энергоблока Курской АЭС-2 в проектное положение установлены все 4 сферических корпуса главных циркуляционных насосов. Модель главных циркуляционных насосов в проекте ВВР-ТОИ уникальна. Впервые в истории атомной энергетики Российской Федерации использована водяная смазка подшипников насоса и двигателя, что позволило исключить присутствие масла в герметичной оболочке здания реактора и значительно повысить пожаробезопасность. В Воронежской области открылся завод «РГМ-нефтьгаз-сервис» по производству колтюбингового оборудования для подземного и капитального ремонта нефтегазовых скважин. Мощности завода позволяют выпускать 12-18 колтюбинговых установок в год. Оборудование для подземного и капитального ремонта нефтегазовых скважин планируют поставлять в «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», а также в зарубежные компании. Строительство первого завода, входящего в состав агрокластера «Сырная долина», завершилось в Дмитрове. На заводе планируется перерабатывать до 190 тонн молока в сутки, производить почти 5,5 тысяч тонн сыра и почти 3 тысячи тонн сливок в год. Предприятие будет использовать инновационное роботизированное оборудование, что и повышает выпуск молочной продукции в несколько раз. Ученые Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук разработали и успешно провели испытания прототипа интегрирующего детектора, который будет установлен на пользовательские станции Центра коллективного пользования «СКИФ», строящегося в Наукограде Кольцово под Новосибирском. Прототип детектора позволит отработать технологии и перейти от научно-исследовательских работ к опытно-конструкторским. Друзья, из-за последних событий с Ютубом рекомендуем вам подписаться на наш канал на Рутубе. Там мы сейчас публикуем все наши видео. Также в нашей группе ВКонтакте и канале в Телеграм мы публикуем то, что тут запрещено. Подписывайтесь на них тоже, там очень много интересного. Уверен, вам понравится. Ссылки в описании под видео.